Добрый день. По игре скажу, мы первый период проспали. В перерыве так ребят маленько это поднакачали. Сказали, чтобы игру перевели в другую зону. Ну и с 0-2, честь и хвала ребятам, выровняли. И были между победами по вертам и важные победы. Ну и удаление, конечно, на сегодня, наш бич сегодня, на удаление, очень много удалений. Ну, это не такие, это не стоит заострять внимание, но все равно неприятно, что много удалений. А так, всем с победой. Спасибо, Лешка, что вы желаете победить.